Актовый зал 13-й самарской школы превратился в спортплощадку. На зарядку собрались десятки старшеклассников. Не сачкуют, точно повторяют команды тренеров. Так открывается фестиваль «Пусть всегда буду я». Уже четвертый год команда активистов знакомит школьников с современными видами спорта. Акро-йогой, капоэйрой, армлифтингом, велотриалом. На сцене спортсмены высокого уровня. Таким под силу на велосипеде перепрыгнуть нескольких человек или удержать на весу партнера, выполняя асану йоги. Я бы хотела пойти на гимнастику. Мне понравилось, как девушки гибкие были, какие. Хочется научиться вот так вот на этих велосипедах попрыгать вот так вот, и чтобы выступить как-нибудь перед всеми людьми и показать класс. Часто после таких мастер-классов школьники и приходят в спорт и стремятся к тому, чтобы быть примером для остальных. Очень многие ребята хотят стать волонтерами. Вот, но мы им объясняем, что для этого нужно добиться определенных успехов в том или ином виде деятельности, спортивной или творческой. Для них это является большим стимулом и мотивацией. Мы привозим команду молодых ребят, которые общаются со школьниками на одном языке. Они понимают друг друга. Мы говорим: долой нотацию, делай как мы и делай даже лучше, чем мы. Фестиваль «Пусть всегда буду я» за годы работы сплотил уже больше 15 тысяч детей Самары и области. Валерия Макарова, Сергей Баскин. События.